Дорогие наши друзья, дорогая «Московская правда», от имени Московского государственного академического камерного хора я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в этом году вас посещали только самые-самые добрые эмоции. И мы, артисты, обязательно постараемся хотя бы немного добавить их вам и нашим зрителям. С Новым годом! Счастья вам, здоровья! И чтобы все беды обошли вас стороной.